Всем привет! Сегодня мы вместе сделаем новогодний коллаж, потому что у меня уже очень новогоднее настроение, надеюсь, у вас тоже. И все вырезки я приготовила для этого коллажа заранее. Я уже примерно знаю, как я их расположу, поэтому пока остается только приклеить так, чтобы было красиво. И кроме картинок, чтобы как-то украсить мой коллаж, я еще добавляю всякие маленькие детальки, например, снежинки и вот такие вот штуки, они называются братцы. Кто не знает, что это такое, в общем, это объемные элементы, у которых сзади такие металлические ножки, и они протыкают страницу, а затем закрепляются с обратной стороны, и получается достаточно красиво. Также я добавляю объемную наклейку в виде сердечка. И несколько снежинок, я их купила в каком-то швейном отделе, они были среди блесток. Наверное, их нужно пришивать, но вот я приклеиваю. И также я беру белую гелевую ручку и дорисовываю ей еще маленькие снежинки, чтобы как-то украсить пустые места, чтобы сделать коллаж более зимним, более новогодним. На пустую сторону разворота я приклею еще одну картинку, которая ассоциируется у меня с волшебством. Это картинка с бенгальским огнем. И также я приклеиваю еще вот такой конвертик. В нем уже лежит письмо с моими новогодними желаниями. Я решила посвятить этот разворот именно желаниям, потому что он такой сказочный. И теперь мне осталось это желание запечатать, чтобы оно обязательно сбылось и не выбралось наружу. Я выбираю наклейку и запечатываю. На этом все. Пока.